Да, как-то маленькая, ну, одна сторона просто блестит, а другая темная. Совсем не видно. Нет, еще хуже стало. Ну-ка, переставьте-ка, может быть. Вот так как-то получше. Ну ладно. Так лучше? Да, получше маленько. Глаза хоть видать. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против. Так, слушаю, говорите, кто вы, зачем, откуда и куда? Игнатий Тихонович, да, я сегодня вам писал по поводу крещения, вот, 7 июля, вы сказали, что нужно созвониться опять. Да. Ну вот, вот я и звоню, собственно, по этой причине. И заодно у меня есть три вопроса, которые я хотел бы вам задать. Ну, с чего начать? Начните с того, что вопросы есть. А то после вопросов, может, ничего и не нужно будет. Хорошо. Вот смотрите, вы говорите, неоднократно говорили, что в мире существует 5 церквей истинных православных, которые ведут свое начало от апостолов. Так? Я не говорил, что православных. Православная одна церковь. Ну, да, благодатных апостольских. Да, исторически церквей. От апостольских времен, имеющих законное рукоположение. Скажите тогда вот ответ на такой вопрос. Почему между, собственно, вот этими 5 церквями нет общения евхаристического? То есть между православной нет общения с католиками, с коптами, сирийцами и армянами. То есть как тогда эта церковь может называться единой? Не может она называться единой, если все по своим углам. Значит, для этого нужно собираться и решать вопросы, которые разделяют. А обычно, когда собираются, говорят, надо говорить то, что нас объединяет. Нет. Надо говорить о том, что разъединяет. А что объединяет, нам что трогать, когда одинаково мы говорим. Так вот здесь не на нашем уровне решается. Вот с армянами возьмем, которые поближе к нам здесь, рядышком. Я встречаюсь с их священником, с людьми. Знатоками, беседуем, говорю, вот вы тогда-то Халкидонский собор вот то-то сделали. Они говорят, мы сейчас понимаем так, как православные. Мы одинаково понимаем все вопросы. Мы не монофизиты, не монофилиты. Мы такие же, как вы. Все вопросы решаем правильно. Что он это должен говорить? Умышленно, говорит, толочь в 5 век, в 4 толкать. Нет, вы такие, вы такие. Если они говорят такие и так исповедуют, я говорю, исповедуй. Он считает символ веры. Значит, это надо на другом уровне посмотреть. Я его признаю, а ну, он... По-вашему, что мешает объединению в единую церковь? Вот человеческий фактор только? Либо это все-таки божественное вмешательство? И то, и другое. Какое-то. Да, и то, и другое. И воли Божией, если бы не было, ничего бы здесь не было. Дальше. Они на соборы не были. Решали сами этот вопрос. А от них представителей на соборе-то не было. Я узнаю только от них. Даже в наших книгах это не писали. А это уже большая разница. С католиками расхождение произошло. Оно и сегодня разделяет. Они считают примат папства это главное своим достижением. А мы считаем главным поражением, что папа над всеми епископами мира должен быть. Нигде этого нету ни в Писании, ни намека. И потом мы с ними не можем никак согласиться. Ну, смотрите. Вот даже прям по этому примеру вы говорите, у католиков примат папства. Как же я вот могу их признать благодатной церковью, если у них есть такой догмат, наверное, это догмат же у них, да, примат папства? Ну, в догмате это не написано, а верование есть. В догмат возведено потом было уже, позже. Это где-то 1870, ну, да, совсем недавнее время. Далее. Что они там решают? Что пренепорочное зачатие не от Девы Марии Христа, а самой Девы. Что Иоаким ей не отец, а Духа Святого. Никогда такого учения не было. Един свят написано, един Господь Иисус Христос. Един. Прямо Писание говорит. Мы не можем согласиться, но настаивать на том, что они безблагодатны, ничего там нету, никаких оснований нет, и никто этого никогда не разрешал. Я туда не пойду.
Но рассуждать я могу. Потому что то, что мы во свете Библии, когда рассматриваем, все выглядит по-другому. Вот я веду занятия в университете. Приходят туда все, кто желающий, двери открыты. Ну и сидят между собой, люди беседуют во время перерыва. А потом сразу вопрос. А вот пришли баптисты, а они имеют благодать или не имеют? Я говорю, ну если мы их послушаем, что они скажут сами? Ну как, вот мы не знали ничего, мы оба наркоманы. Но к нам в тюрьму приходили баптисты, православных мы не слыхали и не видали. Никому мы не нужны. Они нам дали Библию, мы считали. Мы бросили, у нас сейчас семьи, у нас все идет нормально, везде все выправилось. Как бы мы могли бросить? До этого нас тюрьма не могла исправить. А тут мы даже в рот не берем. И теперь, мало того, помогаем другим реабилитацию получить. Я должен знать, в чем дело. А нигде ни в одной книге не написано. Я теперь снова углубляюсь в единственный источник знаний, Святую Библию. А там прямо написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот разрешение в одном стихе. Значит, я спрашиваю, вы признаете Иисуса Господом? Конечно. Теперь я всех спрашиваю, ну вы верите, что они так говорят? Ну я знаю, говорит, он сосед наш живет, он такой и хороший парень-то, ну еретик. Он баптист, не православный. Наши это православные. Вот у нас и крестик есть. У него крестика нет, икон нет. Начали перечислять. Ну, у него вера есть. Я говорю, в Библии какие места Писания вас смущают, и вы не верите? Он говорит, такого нету. Я верю во все, что написано. Ну, Библия у нас другая. Короче, 11 книг они выбросили. Ну, я их посчитал, я и там не против. Я должен четко поставить грань. Он признает Иисуса Господом. Когда признали? Ну, уже года два. Вот в момент, когда он признал Иисуса Господом, никто не может, как только Духом Святым. Мы в это верим, к православным я обращаюсь. Ну, так написано. Значит, он обратился от чего? От Духа Святого. Так имеет он или не имеет? Дальше он делает добрые дела. Говорит, да, добрые. И мы появились там, православные говорят, они нам помогали. Ну, мы помощь просто нуждались. Теперь слушайте внимательно. Всякое доброе даяние исходит от Отца Светов. Повторим. Всякое доброе даяние. Это доброе дело, что они вам помогали. Так они деньги дали без возврата. Они помогли нам там корову купить. От кого это? От дьявола или от Бога? А я вот теперь, то, что получается, они... если... То, что обратились, я говорю, это от дьявола или от Бога? Ну, от Бога. А то, что помогает, добрые дела делают, да и усыновили ребятишек двоих, говорит, из детсадика. Так доброе дело или нет? Не пьют, не курят. Доброе, от кого оно идет? От Отца Светов. То есть вот уже теперь видим. А имеют они рукоположение? Не имеют. Таинство имеют в церкви? Не имеют. А если они не имеют этого, не имеют в себе жизни? 6 глава, 54 стих, считаем Евангелие от Иоанна. Дальше идем. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяние 2.47. Господь его прилагает к церкви, но они вот... Нет, ну церковь Господь говорит, я создам. И врата она не дарует. Да, Евангелие от Матфея 16.18. Он создал ее? Создал. Он говорил, что если она будет не такая, то другую создаст. Нет, одна. А они в церкви? Нет. А спасение где? Только в церкви. Вне церкви нет спасения. Вот и все. Мы пришли, или вы принимаете то, что Господь дал, или вы остаетесь в этом заблуждении. А добрые дела делали коммунисты, фашисты, мусульмане, буддисты. Везде есть добрые люди, везде, которые стараются где-то помочь. Но они вне церкви. Игнатий Тихонович, получается, что если отвергать... Ну, как сказать? Ну, баптисты, они же безблагодатные, по сути, да? Их руководители. Они не могут преподать ни крещение по-настоящему, ни причащение, нет литургии. Какая там благодать и нет? Третьего счастья благодати нету. О чем говорит Феофан Затворник? Вот у меня, смотрите, из этого вашего ответа мой второй вопрос. Вот вы говорили, что баптисты – это прекрасные ребята, но они не церковь, да? Да. И как-то в вашем ролике я услышал такую вашу мысль, что надо бы им собраться и попросить патриарха, чтобы он поставил им епископа.
и все будет у них тогда хорошо. А епископ поставит священников, и они станут частью церкви. То есть, это внешнее только. Я понимаю, что... Это внешнее только то, что необходимо сделать. Далее они должны подписать то, что никогда нигде не будут хулить ни Божью Матерь, ни святых. Пусть и без икон можно будет. Я договорю, Игнатий Тихонович? Да. Вопрос договорю. То есть из этого, я правильно понимаю, что из этого следует, что любая организация людей, допустим, которая объявила себя некой религиозной общиной, может прийти к патриарху и потребовать, чтобы он поставил им епископа? А не как требовать? Я и не говорил никогда потребовать. Такого слова даже не произносил. Ну, попросить. Ну, попросить. Да. Попросить. Хорошо. Патриарх этого не сделает. Ну, я конечно, пока... он никогда такого же не сделал. Ну, никогда мы не знаем. Мы говорим, никогда этого не было. А могли восстановить? Да, могли. А где примеры? Белокреницкая иерархия, старообрядцы. 180 лет были без священства. По всему миру искали. Наконец нашли Амвросия, митрополита, который был на покое. Не отлученный, не запрещенный. Он рукоположил двоих. Вернулись Алипий и Павел. Все, началось теперь отдельно на Рогожском. Кладбище Рогожский поселок в Москве, их центр. Митрополит Корнилий. Вы прям сразу отвечаете на мой третий вопрос. Да. Вот третий вопрос как раз по Белокреницкой иерархии. То есть меня, знаете, что смущает? То, что нет никаких доказательств, грамот, что вот вы говорите, что он был ни под запретом, ни отлучен, митрополит. Боснийский Амвросий, да? Как это нет? Есть все доказано это. Это Федор Ефимович. Есть документальные подтверждения. А, конечно. Да? У них есть свои историки, исторически все это показано. Как это было, какого числа, как он был, где. Все абсолютно. Я сам считал, и это никак нельзя оспаривать. Но я много раз слышал, что он был под запретом. Не был никогда. А это говорят противники, желая осквернить. А за что он был под запретом? От кого? Ну, вопрос-то естественно. Ну, он же греческий был. Ну, да, греческий был. А как он может стать якутским? Ну вот. Нет, я к тому, что ну там какие-то у них внутренние были. Какие? И говорят, что он был под запрет. Ну то хорошо. Вот у нас здесь священник один ведет, ну тоже литургию. Все, я его знаю, могу назвать. А наши там далеко ходить, мы говорим, где рядом Московская патриархия, далеко, допустим, ну, непогода там или что-то. Вы там в тот храм сходите, а не сюда к нам. Мы к себе-то не тянем никого. И они пошли, он в это время, он там говорит. А вы знаете, братья и сестры, вот если Игнатий Лапкин, он всю прессу закупил на американские доллары. Это не все. Он оставил жену и с молодой харисткой ушел, уехал неизвестно куда. Они говорят, мы только что не закричали, как ты не Бог, ты не боишься, врешь-то. А он у меня был, обедал, я его священник, знаю, звать Николай. С чего ради его занесло туда? Ну, хоть бы одно слово правильно сказал, ни одного нету. А зачем? Я рядом был бы или увел кого-то от него, нету. Зачем? А работал помпрокурором когда-то. И что он... Игнатий Тихонович, вот еще по митрополиту, поэтому там же тоже у них есть нарушение, что он поставил потом... епископа один, а по первому правилу два же митрополита. Да, нарушено первое апостольское правило. Как с этим быть? А вот как с этим быть? Плохо с этим быть. А когда начинаем смотреть истории, в истории было нарушено какие правила? В священники не раньше 30 лет. А там в епископы ставили 21 год, и он святой. Святой Амфилой. Там это где? А? В истории церкви? Там это где? В Греции Амфилохия, это жития святых. Жития святых. Дмитрия Ростовского. Там, тут же никуда мы не можем сами придумать. У него им были данные какие-то. И это он не один такой. Притом не один. Тут только одно сказать. До правила 6-го Вселенского собора так и было. И они говорят, святые отцы, многое было не по правилам. Не мало, а много было сделано нами не по правилам. Но отныне впредь этого да не будет. Ну, вот вы лично признаете
вот эту вот белокреницкую конечно, иерархию. Конечно, признаю. Да? Признаю полностью. От начала и до конца. Понятно. Ну вот, что касаемо вопросов, у меня все. Давайте, может, про крещение поговорим. Давайте о крещении поговорим. У нас... Я вас не знаю так, а так обычно... А мы с вами созванивались, и как я говорил, что вы приглашали уже меня на крещение, и ну да. Скидывали вопросы к крещению, и да. Рассказывали, как добраться. Вас вопрос, вы на все вопросы отвечаете положительно? Да, положительно. Ну, тогда снова вас будет спрошено. Значит, вы не новичок, и вам эти 3-5 лет-то не нужны, вы их прошли уже. Ну, а обязательно... Там у нас люди должны дать отчет, как они верят. У нас было это такое. Уже на месте, да, получается? На месте, когда приезжают, у нас церковно-приходской совет. И вот из Барнаула приехала одна, она учится там на 3-м курсе социологического факультета. Ну, все расспросили, и 8 человек, и только 3 за, а 5 против. Ну, мы все эти данные относим к батюшке. Это рекомендательный характер. Батюшка может вопреки всего покрестить, но он это не дерзнул. А батюшка говорит, вы сделали так, потому что Игнатий сказал. Так вот, завтра напишите заново, но чтобы он вам ничего не говорил сами. Я тогда объявил рабочие дни выходным, и каждому сказал, сколько есть, по степи идите, с друг другом не встречайтесь, берите бумагу, ручки там пишите. И оттуда прямо из степи пойдете батюшке отдадите, а я пошел делать свои дела. Но они так и все и сделали, то есть без обмана, как есть. То есть вполне можно было, но они мнение свое подтвердили, вот так-то, так-то, с ней знались. Она плакала много, за нее матушка, она жила у нее, помогала ей. И батюшке она понравилась, но не допустили. Проходит год, и она была крещеная. И тут она заявила, вот хорошо, что меня не допустили, я была не готова, теперь я это вижу. Игнатий Тихонович, что значит проходит год, она была крещеная? Она готовилась снова, продолжала готовиться к крещению, год еще дождала. А, то есть ее крестили через год? Через год крестили, но уже крестили. И тогда через год все 8 человек подняли руки за. Повторяю, наше совещание, голосование носит только рекомендательный характер. Мы батюшке приносим данные, он с ней не жил, не знаю, там мы жили вместе, молились здесь, она приходила не одна там с матерью. И... Вот. А почему так решили? Ну, видели что-то несоответствие, а не то, что она грешила или это не было, а просто не такая теплая, не горячая, не холодная. Понятно. Но это же нужно будет приехать заранее, да? Конечно, хотя бы на 2-3 дня минимум. Побыть там, все увидеть, туда ли приехал, в этом ли ты нуждаешься. А там дальше с батюшкой ведет свои разговоры. К нам приехал один татарин. Вот в прошлом году, ну теперь уже в прошлом получается, мусульманин. Это отдельная была беседа. Прекрасный человек. И такие отношения сохранились самые добрые. Видишь как. Я там мать против, у него жена там, кажется, против. Ну, меняет, представь себе. Это не просто из старобрядцев пришел или откуда. А это жизни грозит. Ну, вот так вот. У меня было так. Вот один заехал ко мне, привезли баптисты, привезли еврея. Он у них там вроде покаялся. Он тут побыл, тут, ну, 3 часа мы беседовали. Он вышел православный, стал батюшкой. Сейчас священником. И... Это Бог делает. Не то, что-то я там свернул ему голову. Нет, мы шли, беседовали. Я кое-что заметил, сразу сказал, а зачем это у тебя? Его это особенно тронуло. Как вы узнали? Я не знаю, как. Господь сказал, он увидел, что я говорю, его внутренний дух просто как на ладони стал. Он сам сознался, что да, так. Пришлось... Игнатий Тихонович, ну, я думаю, стоит созвониться нам уже ближе туда, к дате, да? Да, конечно. Я вам должен маршрутку дать еще. Она у вас целая-то? Вот не уверен. Я могу скинуть. Да, и будьте добры. Вы в каком городе живете? Новосибирске. Ну, мы с вами говорили. Да-да-да. Значит, с собой что брать, там написано. Обязательно 2 просто, не наволочку. У нас стирать негде. И, а на чужое класть, ну как? А вы свое расстелите. Одеяло у нас есть, подушки есть, все есть. А стирать нам, да и некогда.
Каждый на своем спит. Мы же не как-то в городе вода течет. Я понимаю. Вот так. Хорошо. Ну, тогда скиньте на всякий случай все-таки еще раз. Я скину вам, скину. Какие у вас будут какие-то сомнения и то, что сказали. Так, это мое личное мнение. Нет, сомнений у меня уже никаких не осталось, поэтому я, собственно, и... Да. Я сказал, те, которые сохранили рукоположение. Ни по каким другим критериям я не разбираю. Все остальное выдумка. Это сыновья Дафана, Верона и Корея или правнуки их. Я разговаривал с католиками. Католики здесь. Я подошел и у католического ксенца благословился. Поехали когда в дорогу. Я ему подарил книги, он очень расположен был. Вот сейчас наши были тут, познакомились. Я даже не знаю, через кого познакомились. Католическая семья. Они нам такую помощь оказывают для детей и прочее. Католики выписали полностью мои книги, купили все. Они православные, настоящие. Там еще держатся, где... Это Господь так делает. Игорь Тихонович, вот еще небольшое уточнение по старообрядцам. А как вот... Это же не очень, на самом деле, хороший поступок, когда митрополит, теперь, вот как мы выяснили, уже не запрещенный, переходит, Все равно старообрядцы, вот наши, они же были для греков, они же все равно тоже были как раскольная такая часть, да? Митрополит как бы к ним уходит. Это же, нет. Же есть какой-то элемент предательства какого-то? Нет, никакого нету. Дело в том, что князь-то Владимир принял-то старообрядчество. Это Никон реформу произвел-то. Вина-то какая? Говорит, они раскол. Так расколол кто? Никон расколол, а не Аввакум. Вот завтра они... переменят и скажут, молиться только одним мизинцем надо касаться. Еще мы скажем, кто расколол-то? Мы не подчинимся. Нет, это все понятно, но как сформулировать-то вопрос мой, я не совсем понимаю. То есть все равно в этом есть что-то такое, не очень приличное, скажем так. Нет, такого нету неприличного. А они рассказали, кто они. Почему они не принимают те реформы? Они не соответствуют тому, что принято на Стоглавом соборе, что ничего нельзя менять. Вот. И он видит, что они проверили его, до конца проверили, где он был рукоположен, где жил, кто у него, сын у него остался там после, когда овдовел, когда он стал митрополитом. У него не было ни сучка, ни задоринки в биографии. И этих он узнал, что действительно настоящие монахи, иноки. И он-то дальше рукоположил. Да, один. Да, при самом начале, другого никак не было. При чрезвычайной обстановке правила иногда приходится укоротить. Вот каждая епархия должна подчиняться патриарху как. Уже патриарх Тихон издает, какой там, сейчас не могу ошибиться, 320 какое-то правило такое, которое говорит, что каждый берет на себя ответственность сам. Уже общения с центром нету. Все арестовали, расстреляли. И новое правило вводят. Все самостоятельные. Автономность. А когда начали церковь громить, уже каждый священник стал автономным. Нет никого нигде. Куда пойдешь, когда сразу тебя выдали, казнили и все. Так что правила создавались для нормальной, естественной церковной жизни. Но получилось не так, как думали. Вот. Игнатий Тихонович, а вот новозыбковские, вот как вы к ним относитесь? Не знаю таких. Кто это такие? Новозыбковские? Настоящие. Да. Точно так же. Настоящие, точно так же. Но друг друга они не признают старообрядцы. Вот что удивительно. Конечно. И вот вопрос такой. Вот Христос же сказал, что всякое царство, которое разделится внутри себя, не устоит. Это вот можно же на них отнести эти слова? На старообрядцев? Они же раскололись, их уже там больше 50 упований, как они так говорят. Это беспоповцы. Это беспоповцы, больше пяти. А со священством только двое, Новозыбковская и Белокреницкая. Это я в курсе, но все равно они считают, что, допустим, для новозыбковских вот эти все поморы и там все они для них более ближе, они называют их своими братьями православными, чем вот никоняне, как говорится. Ну да, так. То есть получается, что ты неважно там какое, есть у тебя апостольское преемство, нет. Есть там благодать в твоей церкви? Нет, главное, чтобы двумя перстами крестился. Для них, я имею в виду, правильно? Вот я из таких и есть.
Мы с детства-то знали, а больше ничего не знали. Из Киржаков. Нас обзывали киржаками, а мы обижались. Как и я тоже из Киржаков. Ну вот поэтому мы все знаем. И посты, и все, а священства не было. А когда узнали, что священство-то... Кто бы нам сказал-то? Ну, наконец, у меня дядя обратился, нашел. И тогда через дядю уже мы получили то, что есть. А далее-то, когда пошло уже, то тут уже Господь открыл весь простор. Увидели, что обряд... Это не все. И даже далеко не все. И даже причастие, и это не все. Недостойно причащайтесь. Много, говорит, немало больных, много больных и немало умирает. Вот все теперь недостойным причащением забили больницы и кладбище. Надо все делать благоразумно. А сейчас везде. Кто не причащался? Кто не причащался? Ну, каждую неделю. Никогда этого не было. От князя Владимира до Никона причащались не чаще 4 раза в году. 4 поста. Это и правильно. Златоуст говорит, не настаиваем ни на частом, ни на редком, а на готовности. Игнатий Тихонович, а вы как считаете, как часто нужно причащаться? 4 раза. 4. И у нас все это соблюдается. 4 раза. То так. Есть это у вас такое правило для всех, не только для вас? Как? Ну, в общинах так есть. Для вашей общины? Да, но внезапно заболел кто-то, значит, он может причаститься в любое время. А так кто тогда? Для кого? Вы же там, батюшка же каждую неделю служит. Каждую неделю служит. Я, кто причащается тогда? Я только причастился недавно, и в это время у нас архиерейское служение. К нам в Барнауле приехал митрополит Сергий, ну... патриарший. Как отмечали батюшки отцу Акиму 40 лет служения в сане священника. Это было 3-го у нас, кажется, февраля. Вот. Никто у нас так вроде бы нет. И женщины были, которые готовились. А из мужчин, кажется, уже все причастились. Я снова подошел к батюшке, я тоже хочу причаститься. Да ты только неделю назад. Я хочу при архиерее еще причаститься. Ну вот вы говорите, что 4 раза в год. А кто тогда в вашей общине причащается в другие дни, если служит же каждую неделю? Ну, то есть батюшка, бывает больной, бывает, я не знаю, с чем это связано. Ребятишки причащаются маленькие на каждой литургии. На каждой. Взрослые нет. А как пост, тогда все уже идут. И батюшка говорит, здесь будет через 2 недели, Потеряевки. Ну вот так. А вот старенький, который у нас там есть, та чаще причащается. Она немощная, 93 года, но она все сама делает, шустренькая такая, Серафима. Вот она часто причащается. Иоанн Златоуст говорит, иной причащается 1 раз в год, а иной в 2 года 1 раз. Церковь не может осуждать. Церковь осуждает за грех. А сейчас придумали, не причащаешься, ты виновен. Такого вообще ни канона, ничего нету. Наоборот. Вот она сделала аборт. Правило Василия Великого II на 10 лет отучается. А сегодня сделай 40 поклонов и все. Ну, то есть, недостойно причащается. И Златоуст говорит, гибнет тот, кто причащается, и того, кто причащает. 2 мертвеца. Поэтому мы должны помнить о батюшке. Я вот исповедоваться, когда иду, ну, что я буду придумывать где-то? Я знаю, что по внутренней совести, брать по высокой шкале, я виновен против всего. Но это не надо понимать, что ведение, неведение, мы в повышении, в одни и в ночи. А я сидел, вот я не вылажу за компьютер, у меня все божественное, Библию из рук не выпускаю, но я грешный. Грешный по природе своей. Где-то подумал, где-то увидел, где-то увлекся. Но я не сходя с места, со стула с этого не сходя. Я не могу себя оправдываться. Но и наговаривать на себя мне нужды нету. Вот я такой-то там и... гневался, и даже такое я не могу сказать, потому что этого не было. Я не было, я сидел на месте, там нужно было, я высказал, а что бы я гневался на него, когда я сам грешный. Ну и грешный гипергрешный, это никого не привлекает. Люди не могут понять, что мы избранные, много званых, мало избранных. Ой, вы о себе так мыслите, а если не избранный, ты никто. Павел прямо пишет, святым избранным, и дни сократятся ради избранных. Много званых, а мало избранных. Мы попали в число избранных. Мы приняли Христа, уверовали в Голгофскую жертву. Не надо жеманиться лично. Да, я спасен. Спасен. Игнатий Тихонович, а разве званные это те, которые не приняли Христа? Да, которые не приняли. Они не откликнулись. А может быть, пришли, даже откликнулись, но засохло, корни не имело. 4 категории земли.
одобряется только одна, хотя бы в 30 крат. Все понятно. Но у меня больше нет вопросов. Хорошо. Я тогда уже там вам напишу ближе к дате, да. И мы созвонимся, и да. Уже более подробно все я обсудим. Буду уже в деревне. Все. Спаси Христос. Так вы на чем думаете значит? Приехать? Что? На чем приехать, думаете? На машине. Вот, я вам скину как раз маршруткой, вы по ней будете ехать. Навигатор-то есть? Ну, найдем. Ну, возьмите на всякое случай. Запасную возьмите канистру железную, желательно под бензин. Мало ли еще будет. Мы вот ездили такую даль, 120 тысяч километров. И с нами все время была канистра, хотя у нас перегруз полный. Но никак нельзя. И все-таки два раза во время пути мы воспользовались. Переходили там где-то, сейчас я могу ошибиться, что-то мы шли там за Иркутском, горы, горы, и ни одной заправки нету. А там, где проезжали, там что-то то ли закрыто, то ли что было последнее. И вдруг посреди там горы, нигде ни жилья, ничего нет, мужик стоит с бочкой. До того интересно. И цена подешевле. Мужик, а ты не обманываешь? Да нет, кажется, сказал, я верующий. Мы заправились, у него отличный бензин. И он вышел на дорогу один, как будто нам специально ждал. Видишь, как у Бога все вымерено. Я сейчас вам скину. Еще какие да. вопросы у вас есть? Вопросов пока нет. Так, по войне, вам все понятно? По какой войне? Ну, какой, когда убивать идти надо? Ну, я против войны. Против вот, а то я вам материал скину. У вас какие-то мои книги есть, нет? Никаких ваших нет. Я сделаю ссылку на свою книгу «К истину православию». Вы ознакомитесь. О священстве, о церкви. Постарайтесь за это время прочитать. Я многие книги ваши читал у вас на сайте. Ну, ладно. «К истину православию». Ну, всего хорошего. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Аллилуйя. Христос воскресе. Всего, Алексей, хорошего. С Богом.